Друзья, всех приветствую. Разработала интересное решение. Все мы строители, друзья, мучаемся. То есть у нас на объекте минимум сантехники, друзья. И нам сложно помыть руки. Это либо надо возить смеситель дополнительно. Я предусмотрел, кстати, недорогой смеситель, который, по сути, безаварийный. Почему? Потому что он не находится под давлением. Ну, давайте рассмотрим, что это за смеситель. Вот этот, друзья, вот эта конструкция, эта труба, это и есть смеситель и подача воды, по сути, на унитаз. Унитаз у нас является и раковиной. Из чего он состоит, друзья? Из двух гибких подводок метровых, значит, трубы диаметром 50 уголка на 50, переход с 50 на 32. 0,5 метра трубы на 32 и 25-сантиметровый тоже отрезочек. Ну и угол. Смотрите, как он вращается. То есть он не мешает. При подаче воды на этот узел у нас происходит уже смешивание в этой трубе. Закреплен он на две клипсы на 50. Дополнительно я намотал скотч для того, чтобы он не опустился. Шланги находятся вот в таком теплоизоляционном стакане, для того, чтобы они не выскочили при открытии резко кранов. И установил еще здесь вот гаситель, друзья, гаситель. То есть, чтобы вода шла без распыления такого сильного, всплесков. Здесь находится кусочек теплоизоляции 15/6. Ну, здесь сюда и влезет и на 18/6. Так что рекомендую, друзья, ставьте, и тогда у вас будет плавно он работать. Ну, давайте попробуем, опробуем, как это все работает. Открываем кран холодный. Кран горячий. Вот мы видим, пошла вода. По сути, минимум разбрызгивания. Можно мыть руки. Она уже теплая. Что здорово. Можно развернуть ее в любую сторону. Направить ведро, то есть присесть, помечтать на белом друге. Хотел еще какой-то дать вам совет, друзья. Здесь будет запорная арматура меняться, из-за этого мы сейчас ими и пользуемся. Если вы поменяли запорную арматуру, вы поставьте перед гибкой подводкой другие краны, чтобы вы их открывали и закрывали, чтобы не создавать износа, то есть не изнашивать основные запорные краны. И, как я сказал в начале ролика, что чем хороша, чем безопасна эта система, друзья. То есть вы сейчас воспользовались, и вы закрываете краны. Поставив самый дешевый китайский смеситель, вы можете попасть на большие проблемы. То есть если не выдержит шланг гибкой подводки этого смесителя, вы зальете объект свой и ваших соседей. Здесь это все исключено, потому что здесь все идет, друзья, самотеком. Так что мотайте навоз, пользуйтесь моим таким изобретением. Всем удачи, друзья!